Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Делаем шашлык из курицы. Порезали мы курицу. Покупаем курицу. Разделываем ее. Крылышки, ножки, грудку. Все, шашлык у нас идет. Кусочки вот такие вот примерно нарезаем. Не мелкие, не крупные. Дальше. Режем лук. Мы наполовинку разрезали. Одну половинку я разрезала лучок помельче. Это нынешний молоденький лучок. А одну половинку полукольцами режем. Вместе с зеленью. Все. Зелень тоже. Шашлык. Все идет. А вот это прошлогодний еще лук. Его полукольцами. Вот последний лук я обрезаю. Где полукольцами, где помельче. Главное, чтобы луковый сок дошел до мяса. Бросаем 3 листочка лаврового. Маленько так его сминаем. Добавляем укроп и несколько листочков базилика. Нарезаем. Не сильно мелко, не сильно крупно, на средний. Уже от базилика аромат такой пошел. Все сюда. Добавляем приправу для шашлыка. Достаточно. Соль. Солим где-то примерно чайная ложка. Соли. Сейчас еще добавим 9% уксус. А вот полстаканчика воды, но тут буквально, может, ложки 3 больших. И сюда 1 чайную ложку 9% уксуса. И выливаю, заливаю это все в шашлык. И еще добавлю немножко майонеза. Курица была помягче. Ну, буквально вот пару ложек. И все перемешиваю. Перемешать и поставить, чтобы он настаивался. На часа, хотя бы на часа 3. Чтобы он хотя бы часа 3 простоял. Еще укрутку одну не порезала половину. Сейчас я вижу. Вот так перемешиваем. Где чуть-чуть поджимаем лук. Чтобы он дал хоть какой-то сок. Перемешаем.
попробовать на свой кусочек. Нормально. И вот так. Сейчас поставим его. Пусть маринуется мясо часа 3. Потом вечером поджарим. Итак, мы сегодня запозднились. Надеваем на шампура нашу курятину. Такие у нас кусочки. Кое-где со шкуркой попадаются. Мы ее вот так делаем. Найти такой вот, вот так. Вот так. Кое-какая шкурина. Так, тут вот такой шампур у нас получается. Вот так одеваем крылышко. Со всей зеленью все пойдет у нас. Так мяско идет. Следующий кусочек. Так. Здесь еще. У нас кусочки очень большие для... Почему-то мы сегодня сделали очень большие кусочки. Так, это кусочек. Вот где шкурку, я ее вот так надеваю на шампур. Вот жарится наша курочка. Уже темнеет. Вкусная. Запах ароматный такой. Какой красивый дымок. Запах. Вот зажарился наш шашлык из курицы. Он получился очень сочным, вкусным. А всем, кому понравился наш рецепт, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока!